русские новости. Наши задачи русского движения подчинены подготовке к русскому маршу. Это смотр сил, которые у нас как-то год от года не особенно прибавляются, хотя популярность русской идеи растет, распространяется. Но в политические круги это понимание русской идеи, русского мировоззрения пока не доходит, не политизируется, пока русское общество не может пока противостоять тому промыванию мозгов, которое устраивают средства массовой информации, и тому порабощению, которое реализуется через репрессивный аппарат, через запугивание, через прямое подавление всех вообще ростков русской мысли, которые появляются где-то в политической среде. Русский национальный фронт взял на себя обязанность сформировать оргкомитет русского марша. Такой оргкомитет сформирован, начал работать. И на недавнем заседании оргкомитета было принято решение пригласить в него всех тех, кто когда-либо входил в оргкомитеты русского марша, за исключением тех персон, которые организовывали так называемые укрбандеровские шествия под видом русского марша. Это лица известные, они сами знают, о ком мы говорим, и эти фамилии, я думаю, всем известны. Вот все остальные, кто действительно являются националистами-патриотами, они имитируют национализм. Что есть национализм без патриотизма? Как, впрочем, и патриотизм без национализма? Это вещь совершенно непонятная, поэтому патриоты без национализма этим людям туда вот в нашествие, купленное за 30 серебряников, каждому заплатят, и 4 ноября такие шествия официозные произойдут. Те, кому вот национализм без патриотизма, антипатриотический национализм в кавычках, тем к укрбандеровцам туда. А вот националистам-патриотам, им место у нас в наших рядах, и мы приглашаем тех, кто хочет реально принять участие в подготовке русского марша, его регламента, его символики, распространение информации, приглашаем на заседание 27 числа в четверг вечером. Такое заседание состоится, просьба выйти на связь. Можно через «Русские новости» направить мне какое-то заявление или какую-то просьбу о включении в список. Проход будет в зал по списку, и в этом списке вы можете очутиться, если вы действительно реально хотите что-то сделать, готовы привести какую-то организацию, выстроить колонну, поделиться какими-то идеями, которые сами будете реализовывать. Не значит, что вы кому-то раздадите задание, у нас таких умников полно. Вот этого не нужно. Если вы готовы сами что-то делать, а не раздавать задания, тогда милости просим. Конечно, нам будут противодействовать, нас будут замалчивать, как и в прежние годы либеральные СМИ раскручивали только укрбандеровские шествия, а нас вообще старались ни слова не произносить и нигде не упоминать. И сейчас, куда бы мы ни обращались, в прошлый раз вот на русский Первомай мы распространили информацию почти в 300 СМИ. Ни один представитель этих СМИ не пришел на наше шествие, и ничего, разумеется, не появилось в средствах массовой информации. Но надеемся, что на этот раз все-таки мы пробьем эту информационную блокаду. Просим для этого содействия всех русских людей, всех, кто заинтересован в том, чтобы русские шествия не только в Москве, но и по всей стране проводились. Напоминаем о том, что нужно немедленно подавать заявки. Если вы не успели подать заявку за 2 недели, это значит, что вы опоздали с шествием и митингом. Но хотя бы можно подать заявку на массовый пикет, развернуть там плакат, скажем, «Россия, русскую власть» или «Наш выбор, русская власть». Такие плакаты в качестве эскизов мы можем вам прислать, и вы найдете типографию, где в вашем городе, где-то поблизости вы сможете распечатать и заявку на такой пикет можете отправить. Если вы не знаете, как оформить заявку, то мы вам можем прислать макет такой заявки, или вы сходите в администрацию, сами выясните, где есть ли такой макет или такой бланк, который вы можете заполнить и такую заявку составить. Если у вас вообще уже ничего не получается, ну проведите одиночный пикет, это не требует согласования. Хотя репрессии и против одиночных пикетчиков дело достаточно обычное. В Москве их задерживали, и сейчас вот в Казани против студента, который стоял с плакатиком, там осуществлены репрессии по месту его учебы, там местные. Ну, я уточню потом, обязательно об этом скажу, какое учебное заведение и кто персонально оказывает давление
на человека, который выступил в поддержку Владимира Васильевича Квачкова и его соратников и стоял с плакатом, одиночный пикет проводил. Пригрозили отчислением из учебного заведения, в котором он учится, и объявили вообще все, чем он занимается, экстремизмом. Между делом это определяет только суд, хоть и суд у нас неправедный, но тут за суд, видимо, решили такие вот местные воспитатели взять на себя эту функцию и вот с такими угрозами обратились. Это нарушение, разумеется, конституционных прав, закона, а за препятствие участия в общественно-политических массовых мероприятиях еще предусмотрена уголовная ответственность. Я предупреждаю тех, кто с такими препятствиями находит какие-то уловки, чтобы препятствовать. В Москве тоже это было, например, выдуманный повод для отказа в массовом мероприятии. Все поводы для отказа перечислены в законе. Если придумывается какое-то новое измышление, то это уголовно наказуемое деяние. Конечно, сейчас против чиновников никто не собирается возбуждать уголовные дела, хотя прямая диспозиция есть в уголовном праве, но они будут возбуждены, я вас уверяю. Русская власть рано или поздно, национальная, придет, и она вспомнит всех поименно, всех тех, кто нам мешал, кто посягал на право русских людей бороться за русскую власть в России. Они все будут, независимо там, от национальности, от религиозной принадлежности, от того, куда они переехали жить, какая у них собственность, сколько у них денег было или осталось, какие у них были должности или на тот момент будут. Все они будут осуждены в соответствии с законом по достоинству. Даже нам хватит и того законодательства, которое есть сейчас. Мы его обратим, конечно, против этих русофобов, против этих беззаконников, которые на самом деле посягают на основы государственного строя. Даже уже не конституционного, а государственного строя. Хотел бы среди позитивных новостей отметить установку памятника Ивану Грозному в Орле и установку памятника Владимиру Крестителю в Москве, в центре Москвы, у Боровицкого холма. И оба этих события достаточно существенны, и они говорят о том, что постепенно власть продвигается к тому, что требуем мы. Мы требуем восстановления исторической справедливости. И, конечно, памятники русским государям должны стоять по всей Руси Великой. А все эти болванчики, там, Ленин и Сталин и прочие их всякие соратники, коммунистическая вся вот эта символика должна быть планомерно, постепенно истреблена и выброшена на помойку истории. Но есть парк-музеон вот в Москве, пусть там эти истуканы стоят, и кому, кто хочет им поклоняться, пусть туда ходит, цветочки кладет, крестится на них, как иногда крестится на бюст Сталина совершенно уже осатаневшие коммунисты. Вот все должно быть заполнено символами величия русской государственности, а не коммунистического и большевистского беспредела. Вот, хотя там тоже должны быть какие-то памятники, которые представляют из себя выдающиеся произведения искусства. Они могут быть оставлены, несомненно, но их не должно быть ни в центре Москвы, ни в центрах городов. И площади Ленина, коммунистические проспекты, там марксистские и прочие названия должны быть, конечно, устранены. Это настолько очевидная задача, что даже удивительно, почему нынешняя власть не решает ее, почему она боится этого. Скорее всего, потому что она духовно связана со своими предтечами. Эти люди получили власть от тех, кто совершил государственный переворот в 1991 году, а те, в свою очередь, получили власть от совершивших переворот в 1917 году. Это одна и та же клоака. Вот. И они плескаются в одних и тех же идеологических нечистотах, им почему-то очень близки коммунистические большевистские башки. Они молятся точно так же, как и вот эти безумные большевики, которые крестятся на бюст Сталина. Мы, конечно, приветствуем появление вот той имперской, царской, монархической символики, которая и должна быть, должна обозначать наше историческое прошлое. Мы именно с ним связаны, кровно связаны, и исторически связаны, и культурно связаны, но не с большевистским периодом. Мы с ним, конечно, тоже связаны, как с трагическим периодом отступления от той сущности, которая была заложена в историческом процессе для нашего народа. Но связано духовно мы, конечно, с монархическим имперским периодом. Как корежит всех либерастов от памятника Ивану Грозному. И они придумывают, как бы его еще больше оболгать. Это действительно самая оболганная фигура. И рассказывают о нем все, что угодно, кроме правды. Они
забывают, конечно, каждый раз напомнить о том, что Карамзин выдумал просто или взял из недостоверных источников фантазию об убийстве Иваном Грозным своего сына. Они очень любят образ Репина. Иван Грозный убивает своего сына, хотя он сына не убивал, и такой безумной внешностью, которую ему приписал Репин, конечно, не обладал. И отрадно, что памятник выполнен именно в классической манере, и внешность Ивана Грозного не превращена в какую-то уродливую маску, которую ему пытались, кстати, реконструкторы, вот эта школа Герасимова, они представили, ну, такой образ просто ужасный, какого-то такого крючконосого страшного человека, которого, ну, конечно, не могло быть. И, ну, это известно, что можно при реконструкции по костным останкам варьировать там форму носа чуть-чуть, там кончик подбородка и некоторые моменты. Ну, можно так поварьировать, что, ну, искажается внешность чудовищно. Вот нынешний памятник, установленный в Орле, я считаю замечательным. Некоторые говорят, вот неправильно, он в царском облачении сидит на коне, чего не могло быть, он только вот в таком облачении мог быть на троне. Ну, это ерунда, потому что любой памятник – это символизм. А символизм предполагает соединение того, что в обычной жизни может и не встречаться. На любой символический памятник посмотрите, там могут, например, соседствовать персонажи, которые при жизни никогда не встречались. Вот в данном случае действительно там вот это... коронационная шапка, которая хранится сейчас в оружейной палате, она изображена вот в бронзе на голове Ивана Грозного, что в жизни быть не могло, но символически это абсолютно верное решение. И памятник совершенно замечательный, как и памятник Владимиру Крестителю. Я-то предполагал, что лучше всего было бы его поставить на Лубянской площади, чтобы уж никогда Железный Феликс туда не дополз из музеона, из этого парка. Но вот решили как-то по-иному, хотя место тоже очень хорошее. Я бы предполагал, что здесь должен был стоять памятник Николаю II. Ну, вот решили несколько иначе. Ну, значит, может быть, Николай II когда-нибудь будет установлен на Лубянской площади, что было бы справедливо. Может быть, это не только памятник ему, но и всему, всей эпохе, империи и той трагедии, которая разразилась после февральского переворота и большевистского мятежа. Да, наши памятники должны отражать истинную историю, а не только историю последних 70 лет, которая будто бы для нас заслонила все остальное. Ну, большевики постарались так сделать, и многие либерасты сегодня вообще хотят, чтобы у нас не было никакой истории. Вся история начиналась с августа 91 года. Ну, дудки, не получится, у вас больше никогда этого не будет. Мы восстановим свою историю, чего бы вы там ни говорили. Иван Грозный будет одним из самых выдающихся и уважаемых персонажей в нашем народе. Я надеюсь, что восстановится память и о других русских государях. Да, Иван III практически неизвестен народу, хотя по значимости своей деятельности он является первым царем, по смыслу своей деятельности царем. И память о нем должна быть восстановлена, и о других тоже. Екатерина Великая, но она при этом была узурпаторшей, она захватила государственную власть, была по факту монархом, императрицей, но одновременно и узурпаторшей. Ей памятники ставят. Положено поставить памятники и другим. И Павлу Петровичу тоже стоит поставить памятник. Это был все-таки выдающийся человек, несмотря на свою экстравагантность. Но с ним связана и трагическая история его собственной гибели. И многим другим русским государям-императорам, русским царям, великим князьям должны быть поставлены памятники по всей Руси Великой. И это большая задача монументальной пропаганды, которую... русская власть разрешит, ну, а не русская, которая сейчас присутствует в Кремле, она, в принципе, ее разрешить не может, хотя и заигрывает с патриотическими чувствами, заигрывает с историческим прошлым, продолжить это прошлое и превратить его в настоящее и будущее она не может. Поэтому она превратится, эта власть превратится в политическую пыль, и мы поможем тому, чтобы эту пыль сгрести и выбросить на помойку истории. Слава России, все на русский марш!